Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня по-прежнему зовут Ира, и сегодня со мной в кадре моя сестра Марина. Привет, друзья! У нас очередные слепые затесты, так называемые. Марина своим неискушенным носом пытается помочь моим зрителям понять, как смотрят на ароматы люди со стороны, на наши любимые ароматы, что им чудится и так далее, что нравится, что не нравится, что звучит дорого, что звучит дешево, по мнению вот просто девушки, которая не увлекается парфюмерией, запахами, ничего не ищет, как мы с вами. Все как обычно, друзья. Если вы впервые на моем канале, у меня есть плейлист со слепыми затестами. Можете посмотреть наше предыдущее видео, кому интересно. Там много ароматов мы уже, в общем-то, таким образом оценивали. Итак, давайте начнем. У меня все ароматы в отливантах. Флакончики я вам обязательно вставлю где-нибудь здесь. И давайте начинать. Первый аромат, который я очень хочу, чтобы Марина послушала и сказала свое мнение. Почему я так всегда нервничаю? А почему ты всегда нервничаешь? Вот он. А говори сразу, дорого или дешево? Нравится, не нравится? Как будто дорого сразу кажется. Дорого. Такой острый старинный аромат. Острый старинный. Да, такой не для юнош точно. Не для девушек, юношей. Не для девушек юных, ты имеешь в виду? Ну да, да. А ты говоришь, не для девушек юношек. Больше ничего не могу сказать. Нравится или нет? Да. Это черный кубик от Нарциссу. Нарциссу Родригес в туалетной воде. Обалденный аромат. Очень его люблю. Но я бы не сказала, что он старинный. Ну ладно. Следующий парфюм. Достаточно. Следующий аромат, сейчас он немножко проветрится, Марина попытается нам как-то сказать свое мнение о нем, нравится или не нравится, дорого или дешево, подойдет мужчинам или женщинам, сама бы носила. Мне кажется, что тебе не нравится, у тебя такое лицо. Говоришь это уже? Не знаю. Что пока сказать, как-то так, да, непонятно. Не нравится, значит, а дорого-дешево. Не знаю, средненькая. В общем, ты ничего не можешь сказать про этот аромат почему-то. Но, скорее всего, не нравится. Скорее не нравится, чем нравится, правда? Что-то вообще непонятно, что тут внутри. А по-моему, очень даже понятно. Да? Да. Если я скажу сейчас название, может быть, ты сразу поймешь, чем это пахнет. Это аромат от этого же бренда Нарциссу Родригес, пудре. Да? Пудровый аромат. Это вообще как будто на блотере мне другое. Пудры я тоже сюда тут не слышу. Да, на блотере пудра уходит, здесь больше мускуса выдает, чем пудры. Но тем не менее пудра все равно присутствует. Ну ладно. Что дальше? Я вот... Если не... Что дальше? Ну давай вот этот попробуем. Попробуем вот этот. У меня все в отливантах, поэтому я даже на камеру ничего не показываю. Прошу. Ой, какой-то зеленый горох. Зеленый горох? Хороший такой, да. Стручковый. Какая-то зелень. Все зеленое, как будто кажется. Не нравится. Не нравится. А не нравится. Дорого или дешево? Наверное, дорого. Так думаю, какой-то такой. Это аромат от Hermes 24 Fabur, и мне он тоже не особо, он мне нравится, просто мне, ну как нравится, это громко, наверное, сказано, он имеет место быть, скажем так, я не скажу, что он не нравится или уж совсем не нравится, но он очень странный, мне он пахнет немного корешками. Как будто бы вот есть в нем какой-то момент подвальности или сырости, сырой земли. Вот что-то такое в нем есть, вот по моему ощущению. Сложно с ним ходить. Он очень громкий, такой очень шлейфовый. Я его воспринимаю немножечко таким возрастным. Ну, такой. Хорошо, возрастной, это точно. Тебе не нравится такой, да?
Ладно, давай дальше. Давай дальше. Сейчас. Ой, я уже всегда слышу. Это очень активный аромат, да, он сразу заполнил собой здесь пространство. Тебе тоже не нравится. Чем это пахнет? Какие-то специи. Специи. Мужской, женский, дорого, дешево. Это индийский рынок. Индийский рынок. Рынок, где продают индийские специи. Да, в мешках. Ой. Дорогой, наверное. Мне этот аромат вот сейчас больше понравился. Когда я его тестировала впервые, он мне понравился, но не до такой степени, чтобы его купить. Ой, уже какой-то бензин уже слышу. Как-то так интересно. На самом деле это не бензин, это ут. Аромат называется... Аромат от бренда Valentino. Это Donna Noir Absolue. Аромат такой тяжеловесный, он такой плотный, густой, сладко-удово-амбровый. Ну вот есть здесь, возможно, момент каких-то специй, но как бы... Сначала показалось, а дальше уже как будто... Он такой по-другому. Смолистый, бальзамный, такой тягучий, такой зимний. Уже совсем по-другому. Вот первый пшик, он всегда отличается от... Но даже от 5 минут я уже. Я пытаюсь как-то проветрить, да? Ладно, давай следующий аромат. Ну, так, как-то тоже не очень нравится. Не особо, да? А, так, тебе самый первый понравился только по ходу? Или тоже не понравился? Я уже не помню. Первый был черный кубик от Нарцисса Родригес. А, да-да-да. Можно. Да еще раз потом перенюхать. Так, это я уже какой? Пятый нанесла. У тебя нос устал уже? Ну, все такое острое пока у меня было. Первый нравится момент ли? Какой-то как акация. Акация. Нравится или не нравится? Мужское, женское, дорого, дешево. Не очень нравится. Не очень нравится, но акация приятно пахнет. Это кислинка вот. Кислинка какая-то. Как будто помидоры квашеные. Кстати, есть это, ты говоришь, ну как будто бы. Так, да, что-то кислое. Ну, так вот. Я вчера была надушена, кстати, этим ароматом. Да? Угу. Мне зеленые квашеные помидоры. Такие пока что. Это... Хотя сначала показалась акация. Не, уже тут акации точно нет. Не, ну акация это лучшее сравнение. Это поэма от Lancôme. Это очень цветочный, медовый такой, липовый. Но, возможно, есть здесь момент акации, конечно. На самом аромат такой, он плотный, он очень шлейфовый, очень стойкий. На самом деле очень красивый, он очень женственный. Но почему тебе слышатся помидоры квашеные, я не знаю. Не знаю, кисленький, все. Так, ладно, давай дальше попробуем вот это. А так штора падает. Попробуем вот этот. Это аромат, который присылал мне когда-то Кристиан на... За тест, поэтому я взяла этот Левантик для Марины. Что тебе прислали? Ой, хорошенькая. Хорошенькая, нравится? Чем пахнет? Какие-то печеньками из духовки. Серьезно? Да. Я как всегда, кошмар, мне вообще не так пахло. Да? Когда я его первый раз тестировала. Чем-то таким жареным, что ли. Не знаю. Не могу понять, что это такое. Ну, нравится тебе? Мужское, женское, дорого, дешево. Имбирь, какой-то корица. Тебе нравится? Ты сама бы такое носила? Не, вряд ли бы я носила. Но кого-то бы понюхала, бы приятно было. Как ты думаешь, мужской или женский? Как будто. Возможно, мужчинам тоже подойдет. Он такой тяжеловатый. Это отравленная кожа от Pierre Guillaume. Я здесь подсказку еще от Кристиана с собой привезла. А пиво плюс сигаретный дым. Именно так он мне и слышался, когда я его вначале тестировала. Но честно вам скажу,
Сейчас этого нету, это как будто бы подгоревшая кожа. Говорю, что-то вот жареное. Как будто бы подгоревшая кожа. На самом деле очень интересно, но вот самые первые, вот лично мои даже впечатления были совершенно иные. Вот прям действительно было пиво и сигаретный дым. Сейчас, ну где-то, может быть, отголоски, вот слегка пивной какой-то момент есть. Пенка вот эта вот. Сверху, да, именно свежее пиво, да? Ну, это же самое я слышала. Но сейчас добавилась еще жареная кожа. Вот просто кожа тонкая, возможно, даже замша. В общем-то, нет, не замша. Это тонкая, кожа тонкой выделки, которая почему-то поджаренная. А тебе нравится? Да, мне вот сейчас прям понравился. Но носить такое, ну, достаточно странно, по-моему, пахнуть пивом. Вот, но так-то нравится, вот не знаю. Я, честно говоря, этот ливан даже боялась вот на себя наносить, но вот сейчас мы протестировали еще раз, и подгоревшая кожа, на самом деле, это очень интересно. И, ну, надо бы, в общем-то, разносить этот ливан, и все может поменяться. Так, следующий аромат, пожалуйста. Что-то приятное. Приятно? Носила бы сама такое? Мужское, женское? Дорого, дешево? Женский. Женский. Чем пахнет? Возможно. Не знаю. Но острый какой-то, нос аж режет. Но приятно, да? Вроде бы как да. Свежий, свежий. Такой. Свежий. Не свежий, да. Что свежий, не знаю. Это Фенди Фуриоза, и ты потом посмотришь на флакончик, что это такое. На самом деле аромат очень противоречивый. Он вроде бы приятный, красивый, но как-то не влюбляет в себя, вот не знаю. Аромат, который надо разгадать. Ну, во всяком случае, мне. Я его еще не поняла, судя по всему. Хотя у меня есть travel флакон и вот этот небольшой от Levant. Вот буду разнашивать. Но как бы вот так вот сказать, что я прям влюблена в Fendi Furioso, или она супер классный аромат, я не могу. Это однозначно аромат интересный. И аромат... На что-то он похожий. Аромат на любителя. Вот есть ароматы, которые вообще первый раз как будто слышишь. Я такого нигде не слышала. А этот как будто... Похож на что-то уже, еще, да. Я поняла. Может быть, ты его слышала где-нибудь, когда-нибудь на ком-то. Так, ну и последний в этой подборке. Смотрю на время. Может быть, мы снимем еще одну часть, я не уверена. Так. О, спасибо. Напоследок хорошенькое что-то. Это жвачки, конфеты, что ли? Жвачки, конфеты, так. Я сейчас прям чихать хочу. Ой. Так тут уже напшикали в этой комнатке небольшой. Ну, еще что-то тут есть такое, но сладкий вообще. Честно вам скажу, я про этот аромат рассказывала, когда я его впервые протестировала, у меня было похожее вот состояние, как у тебя. Ой, какой он приятный, такой сладенький, все. Потом... Что-то не то, да? Да, я вот как бы, после того, как у меня появился отливан, я поносила и поняла, что мне целый флакон не нужен, но он на самом деле приятный аромат. Приятный. Свежий-свежий прям такой. Ой. Знаю, для меня это опасно. Очень фруктовый аромат. Здесь очень много фруктов. Немного как будто бы какой-то пыльцы. Вот как будто бы пыльца цветочная. Но на самом деле это ваза с разнообразными фруктами. Он очень такой сочный парфюм. Да. Очень сочный, такой летний, наверное. Это, ну, одним словом, фруктовый аромат. Вот такие слепые за тесты у нас получились в этот раз. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Может, скажешь это еще? Не знаю. Ну, значит, мы будем с вами прощаться. И до скорых встреч. Если вам такие видео заходят, давайте знать. И мы будем стараться снимать их как можно чаще. Всем пока. Пока, ребят. До скорых встреч. Всем пока.